Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 13 августа – день исполнения желаний. Самый благоприятный день месяца. В сегодняшнем видео вы узнаете, что этот день вам принесет. 13 августа – это 6-е лунные сутки при растущей луне. В этот период луна способствует тому, чтобы люди напитались положительной энергией и ощутили себя в безопасности. Этот день лунного цикла обычно самый волшебный и чудесный. Символ этих суток журавль очень хорошо их характеризует, ведь считается, что этот день связан с двумя стихиями – воды и воздуха. Поэтому можно сказать, что события, которые будут происходить сегодня с вами, плавны, безмятежны, словно водная гладь, и легки, словно свежий воздух. Поэтому этот лунный день является одним из самых благоприятных среди всего цикла. В каком-то плане это некая адаптация для нас после предыдущих 5 суток. Этот день дает возможность каждому привыкнуть к обновлениям и ощутить себя в своей тарелке. Обычно на этот день не случается ничего неожиданного. По кармическому календарю лучше всего воспринимать это время как время отдыха, души и созерцательности. Но нужно проявлять осторожность и не вестись на провокации людей или обстоятельств. Постарайтесь оставаться спокойными при любом раскладе и относиться к любой ситуации с терпимостью. Если сможете сохранить внутреннее равновесие, то этот день пройдет для вас крайне приятно, а любое дело будет выполняться с удовольствием. Также в это время нужно стараться меньше думать о бытовых проблемах и мелочах, а лучше посвятить свои мысли духовному. Дела никуда не денутся, и работать все-таки нужно, но думайте о том, что труд – это одна из частей нашего бытия. Поэтому выполняйте свои повседневные дела, но не загружайте свое сознание мирскими заботами. Это день идеальный для связи с Вселенной. Именно сегодня открывается канал связи с высшими силами, поэтому используйте этот день для проведения практики, о которой я расскажу чуть позже. В этот период не стоит давать кому-либо ваши личные вещи. Есть такое поверье, которое гласит, что отдающий в этот лунный день человек отдает вместе с предметом свою удачу и благополучие в жизни, которые утекут от него словно вода и улетят словно воздух. Сновидения этих суток – вещи, которые показывают ваше будущее. 13 августа – это последний шанс на успех. И именно в этот день вы можете провести легкую практику, которая зарядит вас успехом на долгий период времени. Делается это совершенно легко и просто. В течение всего дня вы на уровне солнечного сплетения должны сцепить два своих мизинца. Когда вы их сцепили, то скажите такие слова: «Пальцы мои замыкаются, все мои дела исполняются. Удачу призываю, успехом себя заряжаю. Да будет так». Вот эти слова вы должны сказать 3 раза. Все. Данная практика позволяет очень быстро зарядить вас на долгий успех. Также в этот день очень хорошо делать легкую практику, которая позволяет исполнить ваши желания. Делается она совершенно легко и просто. Вам нужно в течение всего дня просто выйти на улицу. Нет такой возможности — открываем окно или выходим на балкон. Самое главное, вы должны подхватить даже самый легкий ветер. И вот когда вы почувствовали на себе ветер, вы должны сначала проговорить свое желание, то есть то, что вы хотите, чтобы получилось или исполнилось в вашей жизни, а после сказать такие слова: «Ветер, ветер, ты всюду летаешь и повсюду бываешь. Мое желание подхвати, высшим силам его отнеси. Как в ночном небе звезда взойдет, так час желания пробьет. Да будет так». Вот эти слова вам нужно сказать 3 раза, этого будет достаточно, и все. И вот увидите, что если сказать в этот день, проговорить свое желание, оно исполнится у вас очень быстро, и вы почувствуете позитивные и счастливые изменения.